на 7-м десятке, с суставами все в порядке. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Я и на практике, и в теории разбираю различные методы, будем говорить, лечения, самопомощи, самолечения и прочее, прочее, прочее. Вот, и теория это одно, а вот практика показывает, а насколько эта теория работает. Вот так ли она работает или не так. И вот как раз ваши примеры, которые вы мне присылаете, очень помогают в этом разбираться. Читаю. Оксана Борисова. Добрый вечер, Петрович. Спасибо вам за видео на мой рассказ. Мне сейчас 52 года. Это как раз на аллергическая астма, по-моему, на видос. Итак, мне сейчас 52 года, были 90-е годы, когда я заболела. Это как раз и было там 22 года. Особо было нечего кушать, или что было, зарплаты у нас в Ачинске задерживались на 9 месяцев. Но это другая тема. Так, видимо, от расстройства и плохого питания я и сама вся расстроилась. Не только. Урину пила, вылечила астму как раз. Через полгода аллергический псориаз и фурункулез. Мучения страшные. Фурункулез. Фурункулез, если вы ничего с фурункулезом не сделаете, то фурункулез это наличие гнойной инфекции у вас в организме. Он сделает вас. Он просто-напросто вас сожрет. И в страшных мучениях помрете. Так, начал изучать вашу литературу. Мама книги доставала с трудом ваши. Сначала из сосуда своего, затем тома. Целительные силы. Целительные силы здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь. Учитесь. Так, поняла, что кишечник грязный. А как понять, что кишечник грязный? Давайте посмотрим. Печень тоже грязная. Вот и вся зараза. Начала чиститься, делать клизмы, чистилась дважды печень. Прошла аллергия после чистки кишечника и печени, значит. Фурункулез. Раньше резали эти шишки, ужасно больно. А вот и корень, вернее не корень, а следствие. Были запоры, а запоры были из-за того, что человек, вот знаете, несмотря на то, что вроде бы и есть там особо нечего в 90-е годы, но всегда можно было приобрести какую-то дешевую еду. При этом она была бы полноценна. А именно, проросшую пшеницу. Вот смотрите, сейчас вот в ближайшее время, возможно, я так думаю, не дай бог, настанут тяжелые времена с едой. Покупаете пшеницу, зерна пшеницы на базаре и начинаете проращивать. Там все витамины группы В, Д и прочее там Е и прочее там А и что там еще там-то такое. То есть все, что надо, плюс энергия. Вы будете по витаминам обеспечены, знаете, как самый-самый высокий лорд или, можно сказать, этот самый в Эмиратах принц. Вот они ничего лучше не придумали, вот, потому что проросшая пшеница, это супер-дупер. Вот, далее, капусту можно там тушить было или еще как-то там делать. С проросшей пшеницы котлетки можно там было делать? Можно было делать. С той же картошки какие-то блюда, с тех же каш можно было блюда, знаете, делать. То есть можно было жить нормально и есть такую еду, которую нормально принимает наш желудочно-кишечный тракт, и при этом никаких запоров нет. То есть как только голова у вас не варит, у вас по тем или иным причинам начинаются запоры. Как только начались у вас запоры, 22 года. Это расцвет, организм, вы что, в 22 года, мне бы 20, мои 2 года, я бы такого тут это самое. А он уже зашлакован, то есть зашлаковать и как бы сказать, ухандохать организм, можно очень-очень быстро. Вот эти вот запоры порождают грязь, на которой развивается, а что? Естественно, болезнетворная микрофлора.
с инородными этими компонентами, с инородными этими самыми микробами, которые вызывают фурункулез и дальше еще более серьезные вещи. Печень не работает, отсюда псориаз и так далее, и так далее, и так далее. Я вам рассказываю вот это причины, как это работает, откуда все начинается. Вы ж ни хрена не знаете, а лезете только вот дайте мне рецепт. А надо знать механизм, в конце концов, ёханые бабаи. Прошли, значит, аллергия, фурункулез, вот этот вот дурацкий, что там этот самый, псориаз или что там, аллергический псориаз. Не соображала раньше, что надо клизму сделать. Да не клизму надо было сделать, а надо было сначала и питаться как следует, тогда и клизму не надо было делать. А раз запоры, то чистить, естественно, клизмы надо делать. Носила это дерьмо по пять дней, ё-моё. Все, что должно было вывиться, вот так вот через желудочно-кишечный тракт, все это всасывалось в кровь, болталось у вас в крови, откуда астма. И вся эта дрянь в виде слизи должна выделяться через легкие, носоглотку и кожа. Есть. Смотрите, вот такие органы, так как кишечник, как легкие, как носоглотка и кожа, они взаимосвязаны. Они вроде как все там образуются из одного там лепестка, если мне там память не изменяет, зародышевый лепесток. То есть на самой ранней стадии, когда формируется организм, там сначала такие лепестки зародышевые, с которых уже дальше развивается часть таких органов и так далее. Это ж голова, это ж надо знать, о чем я вам рассказываю. Вы ж ни хрена не образовываете себя. Вот. И естественно, как только у нас один орган, связанный, вот главный, начинает давать сбой, это кишечник, толстый кишечник, все это дерьмо должно выделяться через легкие, через носоглотку, гайморит был, и через кожу. И вот аллергический псориаз, пожалуйста, получите. Эту самую астму, пожалуйста, получите. Фурункулез, пожалуйста, получите. И так далее, так далее, так далее. Перестала мешать еду правильно, для того, чтобы пищеварение нормально работало. Ела правильно. Выпить жидкость надо до еды, там, чай, компот, кофе и так далее. А дальше не запивайте. Так, хотя и особо еды было мало. А я вам сказал, несмотря на то, что еды мало, можно питаться полноценно и ничуть не ущемляя себя. Только что я перечислил проросшая пшеница, капуста, овощи, тушитель, каши и так далее. Сама всегда миниатюрная, 50 килограмм и не больше, но это хорошо. И сейчас также при росте 1,54 м. Отступила болезнь без докторов. С уважением к вам, Господь меня направил. А что доктора? Вот что доктора? Если вы правильно... Кстати, это... Видите, какая у меня энергетика повышена? Я сегодня позанимался гравитационной гимнастик. Сразу энергии море. Море энергии. Так вот, а что доктора? Если, смотрите, сейчас идет симптоматическое лечение, то есть убрать симптомы. Значит, смотрите, если у нас вот этот аллергический, этот псориаз, значит, надо пить такие лекарства, чтобы его задавить. То есть, в конце концов, вы там почитайте эти самые предыдущие видосы. Значит, это надо принимать гормональные препараты. Да? Задушили. Но дерьмо-то, которое идет, всасывается из толстого кишечника, оно как шло, так и есть. Фурункулез, значит, мы подавляем этим самым, будем там антибиотики пить, согласно медицинской. Да, вот мы пришли, о, ну ё-моё, да ты чё, антибиотики. Дерьмецо-то поступает, как она поступала и поступает. То есть симптом вроде бы мы как бы задавили, но мы же не будем, грубо говоря, постоянно использовать эти гормональные препараты, антибиотики. То есть мы и так ими уже весь организм все заполнили, да? Но в конце концов это все куда-то там девается. Мы прекращаем курс, а дерьмецо-то поступает. А причина как была, так она и есть. И у вас причина действует. Плюс еще добавляется вот от антибиотиков, плюс еще добавляется от гормональных
препарата, побочные действия. И все это такой коктейль, что он у вас вот так вот, знаете, раз, два, три, и вас уже нету. И вас нету! Плюс вы вот это, будете чесаться, аллергический псориаз, вот это астма, задыхаться, и вы будете, задыхаясь, чухая себя в собственном дерьме, помирать. Страшной смертью. И отступила болезнь без докторов. Что я вам только рассказал? Я рассказал, как на основе физиологических механизмов, которые у нас работают, как их нормализовать? С помощью простых процедур. Далее просто-напросто поддерживаем же питанием, нормальным эмоциональным состоянием. И все. Без докторов. С уважением к вам, Господь меня направил. Спасибо Господи, что дал мне такую голову. И я ее использую более-менее по назначению. Не всегда, но стараюсь. Помогайте каналу, ё-моё. Вы помогаете кому угодно, каким-то там передачам, которые там просто-напросто оглупляют вас для того, чтобы сделать только зависимым. Мой канал уже скоро 10 лет, а он все вже очень глубоко. Помогите. Кто чем может. Здорово, отчаря, кончились праздником. Богатырь, ты что ли, мамы, привет, будь здорово.